Вот домик, в котором живет Миколка. Такой не у всех бывает. Неказистый с виду, но зато на колесах. Миколка сын помощника машиниста. Он родился и вырос в теплушке. И в жизни у него своя мечта – водить паровоз. И всегда, проходя по перрону, он видел одно и то же. Сколько раз он спрашивал у отца, почему люди воюют? Кто выдумал войну? Отец говорил, что войну затеяли буржуи. А раз они сами затеяли, так пускай сами и воюют. Подрались часок, другое дело с концом. А тут третий год. Третий год война. Да, трудно было разобраться, Миколке, что происходит на белом свете. Пойдем, сынок, домой быстрее. Бать, а ты привез что-нибудь мне? Привез, привез гостинцев, хустинцы. На вот, неси. Ну, Миколка, недаром тебя паровозом зовут. Подкишь на всю станцию. Дядя Михась, дайте с круга съехать. А ну попробуй. Медали даны, забыл? За лягушек. За каких таких лягушек, а? За каких? О которых ты гонял их под кушек. Ах ты, наступил торжественный день приезда его Божьей милостью Николая II.
Хорошо, что подняли красный флаг. Теперь, Миколка, беги и расправляйся со своими врагами. Теперь власть принадлежит рабочим и крестьянам. Все теперь наше. Паровозы наши, дороги наши, земля государства наша! Да будем же, товарищи, защищать революцию до последней капли крови! Старого мира не вернуть! Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам враждебны злодые куниры, ненавистен нам царский чертог. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы голодному люду пойдем, с ним пошлем мы злодея. Ну, куда ты? К бате. Куда ты? Ну, к бате. На борьбу мы его поведем. Ну? Счастливого пути, Сёма. До скорой встречи, товарищ комиссар. Иди. Правильно наши делают, что угоняют паровозы. Не врагам же их оставлять. За лучший мир, за святую свободу, на бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед. Господа, товарищи, ведь я же свой, я же русский, помилуйте. Не погань доброго слова, скотина.
Сергей! Дядя Сергей, что с вами? Страшно, сынок? Не, бать, там страшнее. Мамка там, деда, тятю Сему ранили. Скорее будешь победить. Победим. С такими сынами обязательно победим. Иначе и быть не может. Никому своей родины не отдадим. Никогда. Еще долго придется палить этому бронепоезду изо всех пушек по разным буржуям и капиталистам, по врагам советской власти, пока он не встанет на запасный путь.